Вы, наверное, все узнали этот инструмент, да? Он называется альметьевская гармошка. Точно, да? С колокольчиками. У вас Саратов, наверное, близко здесь, да? А, недалеко, да? Это я что-то перепутал. Но за горой все равно рядом. Вот я не знаю, все равно, то есть вы сразу гармошку узнали. А вот этот узнает кто-нибудь инструмент? Я сразу скажу, мы когда были в Чувашии, там просто сказали, это, наверное, волшебная палочка. И правильно, потому что мы все ждем волшебную палочку, когда нам кто-нибудь подарит. Вот мы когда будем уезжать, наверное, я не знаю, ну президенту не подарим, но губернатору вашему подарим. А называется эта волшебная палочка просто свирель.